Доброе утро всем. Смотрите, у меня молоденькая розочка зацвела. Я не видела ее здесь, потому что здесь практически не работала. Сегодня вот пришла покосить, пополоть. И увидела эту розочку. Сейчас и курочкам травы накошу. Газонокосилка, конечно. Эту-то я просто поутираю. Вот. Вот она, бандитка пришла. Гибискус, видите, как цветет красиво. Всем привет еще раз. За мной ходят. Пришла, видите, покосить. Здесь все заросло. Ничего у нас здесь проплешин нету. Вон что она. Мика, не лезь к Бонечке. Боня ее стороной уже обходит. Мика такая бандитка вообще. Вот так вот. Вот. Розочка эта зацвела, а эта роза еще нет. Она, слава богу, хоть начала расти, и то ладно. И то хорошо. Вот что-то кто-то мои камушки все вывернул. Сегодня столько дел уже с утра сделал. Встали очень рано, в 5:00. Мика не дала спать. Будила, бегала, играла. Просила, чтобы мы тоже вставали, играли с ней. В общем, целый цирк. Вот они все пришли за мной. Смотрите, сегодня здесь убралась. Все выгребла. Вот так мы летаем. Травки сейчас накошу и им кину уже такую скошенную. Вот тачка стоит. Это все от них. Полностью. Сейчас уборок много. Только успевай. Вообще на эту осень очень много работы. Очень много подрезки. Вот эту малину всю нужно убрать. Вот эти железяки разобрать. Тут тоже убралась. Сложила ему дыньку испорченную. Здесь тоже у них все выгребло. Правда, в этот раз у них здесь практически не было никакого помета, потому что они сейчас спят на улице и, по всей видимости, поэтому нет помета. Ну, а здесь у них все сухо. Здесь это зольная куча. Надо будет свеженько золы им подсыпать. У курочек еще не убралась, конечно, у этих, у маленьких, но тоже уберусь. Доброе утро, мои красоточки. Вот петушок вот этот кукарекать начинает. Ну, может быть, не этот, не знаю, но какой-то начинает. Вот, еще мы сегодня, знаете, что делали? Сейчас покажу. Мы сегодня вот эта вот нора, да, которая, я вам уже показывала ее. Вот здесь вот камень кладу. Вот туда нора. Мы туда полностью шлангом заливали воду, вот, чтобы вытравить оттуда, ну, кто там живет, не знаю, хомяк, не знаю, может, ну, не крыса, крыса бы давно уже в капкан попалась. Скорее всего, какой-то хомячок или еще кто-то, потому что курочек он не трогает, ничего не трогает, а вот самое. Индюшка сидит, индюшку надо забивать все, потому что, ну, она только мучается, смысла нету. Ну, сколько она там наростила, 2-3 килограмма. Три, и то хорошо. Курочки все кушают, перышки чистят. И еще у нас такие планы. Здесь и те две, ну, там два курятника, один сарай, один курятник. Отойдите, пожалуйста, от двери. Сейчас скажу вам, что мы собрались делать. Курочек вот этих больших туда. Закроем вот эту прогулку, и они там пока погуляют. Малышей вот сюда выгоним. И вот эту комнату. И их мы будем травить. Купили опять шашки. Потому что я думаю, что курочек кто-то опять подсасывает. Они что-то долго очень линяют. И я вот думаю, вдруг опять какие-то клопы или клещи, или еще там кто там у них. Курочек самих обработаю. Видите, они какие ходят. Куплю какой-нибудь спрей и буду всех обрабатывать. А эти помещения, ну, хозпостройку эту обработаем специальными шашками. Вот у этих курочек, правда, ничего нету, а вот эти курочки почему-то такие вот какие-то страшненькие. В общем, нужно все это проделать. Посмотрите, зашла она к курочкам. Сейчас тебе Петька-то задаст, будешь знать. Я тебя не буду выпускать, гуляй здесь, гуляй. Любит она вот у курочек погулять, это вообще... Она их не трогает, конечно, и он их не трогает, ее не трогает. Но тем не менее.
Я сейчас покашу, потом займусь немножко розами. А то днем мне некогда будет. Я собираюсь сегодня аджикой заняться. Еще у меня помидоры вялятся. В общем, дел полно. Вообще ничего не успеваю. Гладиолус зацвел. Все, убралась мамарски, покосила. Немножко обрезала траву, кусты старые, цветы, которые засохшие. Все пообрезала. Да, Бонечка? Все, тебе здесь теперь комфортно будет. Она спит здесь все время под лежаком, под этим. Слушайте, у нас град. Смотрите, прямо камни летят. Ни дождя, ничего не было, сразу град. Вон он. О, дышки. Сейчас наша теплица последняя поломается. Вот, здравствуйте. Слышите? Бумс-бумс. Видите, вот этот вот участок, он у нас освободился от кабачков, от патиссонов, от картошки. Там в конце еще немножко у нас растет, как бы два кабачка, что ли, ну так, листья и чуть-чуть ежевики, и все. Мы сюда выпустили курочек. Квочка там вот закрытая, чтобы они не смотрели на нее, я повешала туда, ну, рваные там всякие, просто не старые. А их сюда выпустили. Пусть травку клюют, червячков ищут. Вот. Потому что жарко, им охота погулять. Где-то что-то поклевать. Мы их сюда выпустили. Гоша довольный. Ага, заигрывает курочкам, заигрывает. Здесь немножко травы еще есть, такой сухостой уже. Как бы все, уже ничего нету. Такая девчоночка хорошая. Видите, тучки идут. Вроде чуть-чуть брызнет, три капли и уйдет. Погремит, погремит и уйдет. Дождя как такового нету. Все сухо, все. Да, Ванечка, все сухо. Наконец-то прорвало.
интересно, индюки у нас заходят или нет в такую погоду. Стоят ведь, стоят. Вы посмотрите, они не заходят под крышу и стоят. Вот дурачки, а. Все-таки немножко они глуповатые. То ли им нравится, то ли что. Чего вы под дождем-то стоите, а? Глупышки, у вас крыша есть. Ну, не знаю, загнать их сходить, что ли, хотя дождик уже заканчивается. Аккуратно.